хватит! Ну все, пора. Давай-давай, а то тебя только ждет. Я ухожу. Коля! Коль, привет. Извини, я немного опоздала. Да ладно, чего то? Коль, а ты обо мне вспоминал? Еще как. Только о тебе и думал. Как скачать читмиган? Приложенный сервер обновления. Ну, сейчас покажу. Чё, возражу-то? Нажимаем. Вот сюда. Где ставим? Ниже. И вот у нас тут Чекинган приватный сервер. Нажимаем вот сюда. Но он у меня уже скачан. Я не буду его скачивать. Ну и что у нас сюда добавили? Не обвиняйте меня, что я нубик. Ну и что у нас здесь тут добавили? Добавили, собственно, две новые карты. Ну и тут есть одна, конечно, пасхалка. Без пасхалок не обойтись. Потому что в каждое новое обновление я добавлю пасхалки. Даже в читинган обычный. Ну, давайте проверим. Ну и вон на эту пасхалку, собственно. Это на вот этого блогера. Вот отсылка. Напишите в комментариях, что это за блогер, я просто не знаю. Ну, давайте еще одну карту проверим. Итак. Вот это у нас. Вот эта карта. Так, ну тут пасхалок нет, это я знаю. Почему Дэн19К не знает, что уже даже вышло вот это обновление, уже 1.4.0 вышло, хотя оно уже прошло. Ну, всем пока.